Привет всем, ребята! Прихожу сегодня к машинке под этим самым под дворником. У меня такое сообщение. Я думал, ну как обычно, какая-то реклама, думал сейчас выкинуть, потом читаю. Александру. Думаю, ну это точно что-то для меня. И тут, короче, Александр, с удовольствием смотрим видео, следим за тобой и твоим медвежонком. И заряжаемся позитивом. Так держать. Спасибо за ваш солнечный позитив. Желаем вам успехов вашему каналу и медвежонку. Очень приятно такое получать. Первый раз такое. Спасибо большое. Я очень рад, что мой позитив доходит хотя бы до кого-то из вас и, может быть, где-то кого-то поддерживает, кому-то помогает. Сегодня чего? Сегодня у меня поездка в Липецкую область. Примерно 350 туда, 350 назад. Вот Яндекс показывает три маршрута: 4.14, 4.49, 4.21. Вот они мои. Привет. Ну ты космонавт. В прошлый раз сказали, что вначале подумали, что это реклама Озона. Слышь? Да? Пакеты таскали. Здорово. Привет. Ну что, поехали? Да. Ух ты. Ну опять Озон. Ну ладно. Нет, к Озону не имеем никакого отношения. Понесли. Ой-ой-ой, какие нежности. Ну что, готово. Все пакеты влезли. Погнали. Готов, Елик? Да, с радостью. Отлично. Первый космонавт пошел. Сейчас, подожди, куртку надо сразу снять. Что там, я пропустил селфи? Прощальный селфи? Да нет, он со мной фоткается всегда с таким лицом, типа... Опять. Команда в сборе. Поехали. Погнали. Селфи — это норма жизни, да? Вот тут я решил притормозить. Что там вон, сотый, 59.49. Тут у них кафешка приличная. Надо что-то взять с собой. Что в этот раз я без гречки, без ничего. Что-то как-то на сухую. Вот машины там стоят тоже. Много, видимо, сюда едут. Ну и бензик. Тут, кстати, был 98, а сейчас я смотрю, сотый. Неплохой. Не сказать, что прям что-то выдающееся, но неплохой. Поэтому надо подзаправиться. Что тут на 370 показывает? Свободное место в баке, да? 25, но где-то 30 войдет. Короче, полбака. Училась входить в масло. Что тут? О, тут у них закрыто все. Только на вынос, да? Ну ничего. Возьмем на вынос. На 1400 что-то там заказал, каких-то шаурмы там все. Сейчас нагребают. Пока оплатить заправку. Вон тут тоже всякого можно взять. Ну мне нравится. Вот без всякого, без всякой рекламы, без ничего. Просто делюсь вот опытом. Ну реально. Тут и морсики что-то такое, вон, и черный кофе. Тут вот можно как-то рис. То есть вон роллы с лососем. Ну прикольно. Вот заправка такая цивильная. Вы говорите, что я ничего не рассказываю плохого про Кодиак. Вот смотрите, вы же уже все это, по-моему, знают, что здесь два стакана не помещается так, чтобы... Я не знаю, на что чехи там, из чего они пьют, но здесь два стаканчика не помещается. То есть вот этот сейчас взять нельзя, да, только один. Вот такая история здесь сделана. Не знаю уж почему. Забыл это спросить, когда была презентация нового. Думаю, у чеха спрошу, какие у них стаканы используют. Ну, в общем, обычные такие стакашки, они сюда не помещаются. Ну что, раздача слонов? Да? Ты поспал, теперь надо покушать? О,
Любишь булочку без всяких начинок, да? Это как тебе с детства приучили, просто к хлебу. А ты с шоколадом. Угу. А ты что? Там в одном было. Я шаурма. Понятно, я фреш. Тоже шаурма. Фреш. А, фреш это моя, да. Какая-то новинка у них, шаурма фреш. Более легкая, чем обычная шаурма. Ну давай, на белое как раз. Знаешь, говорит, белое не носить перед шаурмой. Ну, теперь как сейчас раз. Саша, подожди, а то я у тебя бываю не очень... Ну ничего, это дорожная, дорожная история. Медведя покормил, на 670 теперь ему еды хватит. 3 часа дня, такое впечатление, что вечером. Темно уже, как-то такой полумрак. Ну нам что, нам мы подкрепились и поехали дальше. Теперь как-то порадостнее, повеселее. Как самочувствие? Нормально. Нормально? В этот раз не укачало тебя? Ну так бывало. Вот прибыли. 344 пути, а 66 средняя, 7,5 расход. Ну, один участок там был 130, ехал, а так в основном 100-110. Вчера целый день дождь, тут по делам поездил, а сегодня солнышко, в дорогу, нормально. Деревня сейчас такая, ну, я как-то в прошлый раз показывал, тут хоть понасыпали. Раньше так, все, осень начиналась, и вот это вот с этого места, та часть деревни прям отрезана вообще, реально. Дорог нету, ну, тут канавы, в общем, не проехать, только на тракторе народ ездил. Было досыпано только до сюда, а сейчас вот уже какой там, я не знаю, несколько лет, прям... насыпали этот щебень везде после этих путинских указов, там дорогу везде сделали, сюда аж до деревни. То есть асфальт был, я не знаю, лет 30 назад, там какой 30, лет 50 назад его последний раз сделали. А тут уже за последние тут несколько лет, за лет 5, наверное, его уже 2 раза переделывают. То есть, ну, постелили вот недавно буквально еще раз постелили. Так что дела идут, реально видно, что... Продвижение вперед есть, по крайней мере, в дорогах это точно. 12 часов дня, солнышко 8,5 градусов. Что тут говорят? А какая-то вон 4,20 по платке. 4,20 пути. Ну, поехали. 336 км. О, постелили асфальт какой. Когда тут я? Лет 50 назад, наверное, последний раз. Да, что тут делали? 80 на московскую. Была... На Олимпиаду? Да. А потом, вот, я не знаю, тут такие рытвины были, такие... Все машины у меня тут прошли. Это такой вот Кодиаку досталось ездить по ровной. По ровному асфальту. А так вот, здесь такие были ямищи, мы вот здесь рядом, поэтому между пролеском этим ездили, где нельзя было так проехать, ну... Реально, то есть вот, проще было туда свернуть, если без дождя, то и вот так вдоль посадки туда ехали, туда аж до трассы. А сейчас, о, даже не верится, что тут прям шелестит все.
А тут веселая пробка на 42 минуты, пишет Яндекс. В районе, что там, Каширы. Обочечники. Кто же они? Вот в первом варианте бабушка уже такая за рулем. Реально, в очочках там сидит, на Вольво. Нет, она, наверное, не пускает. Нет. Нет, это она пробирается туда. Вот этот не пускает уже. Там впереди еще грузовичок не пускает. И вот этот немножко. Вот они не могут проехать. Первый ряд ее сюда в первый ряд не пускает, потому что достали. Дальше, вторая, тоже девушка едет. Вот там, на белой. А, дальше, на Фольксвагене. А, парень. И вот сзади еще был на джипе, на что там, на Инфинити. Там такой уже дедуля. То есть разношерстная публика. Вот этот Инфинити, он влез тоже оттуда, с этого самого, с обочины. Машет тебе из машины, девчонка. Он от тебя спрятался. Ну реально, ну удлиняют же пробку. Вот они же потом лезут куда? В первый ряд. Соответственно, эти сдвигаются назад, да? То есть пробка удлиняется. Если бы они так и поехали по обочине, далеко-далеко. Но нет же. Они пытаются сделать какой-то хитрый ход. И это раздражает, да, людей. Ну что вот поделать. Сейчас показывала там 42 минуты, потом 40, потом раз, 45 минут. Пробка 9 километров, 45 минут езды. Конечно, тут уже крыша едет, да? А солнце тем временем красиво падало за лес. Сегодня облака. Едь себе, наслаждайся природой. И вся, собственно говоря, кулебяка на 45-50 минут, примерно 10 километров расстояния, крутится вот возле этого ДПС. Ограничение 50, но вот здесь никто не тормозит, ни стопов нет, ничего. И тем не менее, пробка на 50 минут. Вот, все, пусто, и дальше все едут. Чего они раньше не едут? Ну, вот сколько я тут не езжу уже, я не понимаю. Сейчас даже ни одного не было полицейского, кто там тормозил какой-нибудь грузовик и так далее. Все свободно. Ну вот чего они стояли? И вот это расстояние 10 километров до поста просто вымотало почти час времени. И все, и дальше поперли. Река Ака. Ка-ка-ка. Ну да. Ку-ку-ку.